скоро будет. Даю слово, вам не причинят вреда. Сэр, что привело вас в Стоунхерст? Я давно интересуюсь психическими расстройствами, сколько себя помню. У меня есть желание и образование, не хватает лишь клинического опыта. Большинство пациентов находятся здесь, поскольку они порочат свои семьи. Редкая терапия лечит душу лучше, чем музыка. Не так ли, коллега? Поразительно. Вот любопытный случай. Семья продала его в бродячий цирк еще ребенком. Эй! Суицидальные наклонности не редкость среди наших гостей. Сам себя ударил ножом в спину? Вам не место здесь. Скажите, что происходит. Как вы узнали мое имя? Я доктор Бенджамин Солт, законный директор приюта Стоунхерст. Ключ к безумию человека сокрыт в его страхах. Зачем вы сюда приехали? Я искал вас. Тяжелый случай. Параноидальная шизофрения. Что вы хотите с ним сделать? Лечить, разумеется. Могу оказать эту честь вам. Вы же не думаете, что я... Вместе мы отпразднуем рассвет нового дня. С чего вы взяли, что я уеду с вами? Я не брошу вас здесь. Мы все безумцы, но не у всех хватает безумия в этом сознаться. Твоя игра зашла слишком далеко. Обитель проклятых.